Всем привет, с вами ТДС, добро пожаловать в Майнкрафт. Сейчас будем проходить еще одну карту того же автора, Wrath of the Fallen, вот с Никитой будем. Так, опять это же начало, ты да. Мне видишь, насколько я тут понимаю. Если нет, то типа прочтите инструкцию, изи, ставим сразу изи. Да уж. А то в тот раз мы помучились хорошенько. Опять тест сражения с боссом. А ты случайно не ту же карту скачал, нет? Не, дурак что ли. Она от того же автора, поэтому тут все так похоже. Тем более на самом начале и в другом месте. А мы друг друга бить не можем случайно? Нет, PvP же отключено. PvP. А, мне опыт немного дали. Так, тут все то же самое абсолютно. Так, опять, наверное, что-то 20 лог. Да, это по-любому не та же. Тут другие. Так, первое задание. Капитан Эленор и ваша команда путешествует на остров Гренор. Защитите корабль и уничтожьте любую эту, как уж его, любые угрозы. Убейте капитана Хука, отдыхайте перед прибытием. Так, второй потом прочитаем. Опять элитный монстр. Да. Так, если у меня лежим приключения, то как я могу ломать стекло, я не понял. Ты не сломал стекло. Я знаю, но я вижу, ты можешь выломать. Попробуй что-нибудь другое вообще сломать. А только стекло и можно. Да. А тут багом нельзя пользоваться, да. Каким багом? Ну вот, допустим, мы сейчас стекло сломаем, убьем монстра. А. С него что-то выпадет. Да не, ничего из него не выпадет. Ну все, end tutorial, мы все это уже знаем, мы это все уже читали и видели. Да, мы все это уже прочитали. Ой-ой-ой, где мы? Ты тоже был в космосе только что. Капитан Эленор, проснитесь, мы атакованы пиратским кораблем. Должно быть оружие где-то в корабле. Достаньте оборудование. О, кожные поножи. Курточку нужна кожаная. У меня уже есть, у меня уже даже и штаны есть. Погодь, ты где это все взял? О, стейк. Ой, и ботинки. Прыгайте в воду, плывите к их кораблю, заберитесь по лестнице и убейте их. Погодь, ты где взял штанишки? О, тут шлем еще. Ой, там шлем. О, лук и стрелы, офигеть. А там больше нет лука, случайно? Нет. О, как тут что есть? Тут мясо есть, тут зомби есть, тут паучьи, тут ничего. А, вот еще тут сундуки есть. О, тут еще шлемы, тут зелье опыта. Деревянный меч, пожалуй, возьму. О, поножки, курочки. Я курочку возьму одну. О, каменный меч, вот это лучше. Бери, вот тут в этом сундуке есть хорошие вещи. Отравленный картофель, пожалуй, я откажусь. Я тоже. Так, я взял лечебные зелья на все. У тебя полная броня, да? Да. У тебя ботинок нет, а есть. Ты меня обманываешь, ты. У тебя тоже меч? Ты курицу взял вторую? У тебя каменный меч. Ты курицу взял, которая тут была? Вот. У меня одна есть. А у тебя сколько? Одна. У меня тоже одна. Вот тут рыба еще есть, возьми. У тебя лук, стрелы есть? У меня только стрелы. А лук вот отсюда возьми. О, зачет. Так, и стрелы отсюда возьму. Да. Так, теперь нам надо куда-то прыгать в воду. Где, куда идти? А. В воду прыгать. О, это наш корабль. Ничего себе. Офигенно же. Все так смотрятся. Ну-ка, вначале тут вот я хочу осмотреться немного, что тут как. Да, вдруг тут секретики, как в той карте. Да, вот там вот мы столько всего пропустили, вот на самом деле. О, тут какой-то опять. Чем пропустить? О, мы ему две гнилые плоти, а он нам... О, у меня как раз есть. Вот. Только, а что у него еще есть? Две кости на гнилую плоть. Две кости гнилую плоть на каменный меч. Так, я пойду по этому. Хрен пойми чё, на хрен пойми чё. А что там интересно динамит появляется и взрывается. Да, нам надо к этому кораблю плыть. Погодь секундочку. Так, тут здесь ничего нету. Так, у меня уже потратилось. Съем-ка я курочку. Ну чё, поплыли? Поплыли, короче. Блин, а. Офигеть. Тут походу, прикинь, тут походу под водой нет дна. А, меня динамит.
тихонько ударил. Сейчас надо забраться по лестнике и убить всех. А я набрался. Понял. А я под водой плыву, чтобы мне вообще жизнь не угрозить. Так, скорее давай. Капитан Гук говорит, я сломаю ваш маленький кораблик на кусочки. Ну чё, тварь? Ты помоги ты мне, чё ты плывёшь? Я плыву? А, ты уже тут? Я вообще-то уже тут. Я их с лука выношу. А, типа, Эленор говорит, на самом деле, похоже, что они что-то... Блин, я мёртвый. Похоже. Ты умер? Нет, типа что-то у них. Надо быть осторожным. Надо мне. Надо стрейфить, он меня сейчас убьет. О, фух. Блин, у меня мало. Хипе. О, у меня железный меч. Нифига ты. Он почти сломанный, у меня сейчас, есть кожаный шлем, у меня выпал со скелетика. Так, а я знаешь, три я как могу делать? Офигенно, это вообще классно, я могу приближать. У меня зум. Есть. Control? Да. А, ну это у тебя модик стоит. Да, откуда ты знаешь, что я Control? Потому что так же на редкрафтинге? Да. Да, там тоже оптифайн. Стоп, но раз он у тебя там идет, то почему он у тебя не идет здесь? Я не знаю. Так где еще? А, вот. Так, тут, может наверх поднимемся? Будет. Да, вначале наверх, прежде чем сражаться с боссом. Так, ну-ка, сейчас вообще все надо будет реально осматривать, абсолютно все. Весь кораблик осмотрим. Да, так, да, у меня есть два лечебных зелья, зелье опыта. И может я зелье опыта себе возьму, так, использую. Как хочешь, у нас все равно уже уровни будут исчезать. Так, вот по этой штуковине, если я пропрыгаю, то что будет? Блин, ничего не будет, потому что я не пропрыгал. Так, подожди, так, посмотрим еще. Так. Что-то мне... Я хочу сюда запрыгнуть, думаю, что интересное будет. Я хочу на вот тут на палубу. Блин, не я на хочу палубу. Вот сюда вот наверх, видишь, я пытаюсь на парус или там куда это. На мачте что ли? Да. Мне кажется, там что-то есть. Вот там внизу тыквы есть. Блин, походу я не смогу туда запрыгнуть, ну и пофиг. Тыквы, да? Ну внизу. А спуститься тут... туда нельзя ведь. Ну я понял. Так, что тут у нас еще можно? Посмотреть. Ну-ка, по этим штукам можно как-нибудь куда-нибудь залезть? Вряд ли. Нет. Так, может тут где-нибудь кнопочки есть какие-нибудь секретненькие такие? Вот не знаю. Посмотреть. Ой. Все, мне кажется, мы все осмотрели. Да-да-да, пошли драться с боссом. Так, у меня есть какой-то лук еще сломанный. Ладно. Он мне нафиг почти. Готовы. Специальные способности. Телохранители. У него будут О, это этот же, это... ты помнишь его рожу? И сушитель, что ли, этот? Не, ты это рожу. Тот... Да, тот, которым мы убивали постоянно. И он говорит, типа, очень меня убил, смешно. Прикинь. Тебя убили, я знаю, меня тоже, меня раньше. Меня снова убили. Выкрою я скелетов. А, это капитан этот, воробей. Да? Это который да. С каменным мечом нас постоянно. Ну так я как раз про него и вспоминал. А, я думал, вспоминал. Ты про иссушителя говоришь. Не. Стоп, мы налег, и мы все равно постоянно мы так сильно быстро умираем. В чем дело? Просто мы не умеем играть. Ну, я в новой карте Супер Хостайл уже прошел до первого перекрестка, пока еще ни разу не умер. Я не думаю, что все так смогут. Ой, я убил скелетика, мне выпал лук офигенный. Мне тоже. Бесконечность. Да. А у меня нет времени смотреть... О, yes. Я убил босса. Так, ну-ка посмотрим пока на лук. Сейчас еще... Бесконечность. О, у меня железный меч еще выпал, достаточно целый. Бесконечность 1, прочность 9. Я лучше него буду стрелять. Хотя лучше потрачу. Сила 4, бесконечность 1, неразрушимость 10. Так, 6, бабам. 2, да. Ты его будешь использовать? Да, а что же еще? Капитан Эленор говорит, с вами в порядке, типа... Ты говоришь, да, мы возвращаемся обратно на корабль. Ну, тихо. Есть! Чё у тебя? Зачарованный железный меч тут сидел. Где тут? Вот на этой фигне. А, блин. Точно, из этих штук постоянно выпадают вещи. Я еще, да, я в той карте ни одну из этих вещей так и не умудрился получить. Зачарованный лук. Все вещи в той карте получал ты. Зачарованный лук? Может тебя дать какой-нибудь зачарованный лук? У меня же есть. Так, у меня он примерно на. То есть мне одной стрелой. Ох, круто. Так, зачарованный железный меч.
Угу. Ладно, кстати, у тебя обратно. Железный меч с, полностью, с полными жизнями. Наполовинку. Давай я тебе отдам свой, ты скрипишь. Ага. Так, подожди, вот так сделай. Нифига он тебя мёртвый. Так, два золотых самородка, ну-ка, опять эти самородочки. Да, ну-ка, квестлог, что там? Так, тут секретиков нет, блин, ну круто, что это. Так. О, пластиночка выпала. Потому что ты её, ты обратный, ты на неё просто нажал. Ладно, обратно на корабль. Да, надо. Ой, тут всё подожгли уже. Я заметил. Как? Так, я вышел уже до тебя. Вот, я вижу, что впереди меня. Зачарованный лук, зачарованный меч. По-моему, у него бесконечность. У кого? Прочность. Прочность 10. А у меня прикольно теперь, у меня тогда, когда мы ту проходили, у меня оптифайна не было, у меня текстуры такие все HD были, у оружия и предметов такие все поцарапанные, сейчас такое все. Погодь не закрывает вот люк. Я не собираюсь. Кталинор говорит, давайте поспим, я доставлю нас в Гренор. Поспим. Где нам спать? Где нам спать? На полу. Сейчас, погодь секундочку. Ой. Ой. О, мы поспали. Только что проснулись. На Гриноре выглядит все странно. Может быть, мэр все сможет объяснить. Посетите ратушу или там мэрию. Как... Послушайте мэра. Окей. Немножко. Так, ты где? Мы проснулись. А я спал, что ли? Да, тут была. Тут была нажимная плита, я на нее встал. И. То есть мы поспали, и теперь, знаешь, у нас такое задание. Идти в мэрию и поговорить с мэром. Мэрия? Да. Так, ты где? Я иду вверх. О, мы. Ох ты, мы приехали на какой-то остров. И Стелла говорит: добро пожаловать в Гренор. Прикольно сделали, что такое, типа, приплыли. Так, чем у нас торгует? Капитан Эльнор говорит, спасибо тебе, Стелла, я отдохну здесь, пока мои друзья пойдут к людям из города. Такие, вы разве не слышали? Город, ну, типа, атакован монстрами. Я кто говорю? Что? Кто стоит за этим? Так, Стелла говорит, не имею понятия, но, пожалуйста, незнакомцы, спасите наши семьи. Стоп, мне кажется, ли я вижу элитного монстра? Это он же, да? Это зомби-свин? А нет. Не, какой зомби-свин? Опыт. Тут, опыт. Тут скелет. Там еще дальше их. Ух ты, их там пол... Так. Это моё. Чё выпало? Лук такой же, как у меня. И штаны кольчужные. Ой, не кольчужные, железные. Зачарованные. Из Guardian Set. Тут тоже тут три сета, только не такие, как там Tenacity, Angelic и Demonic. А Guardian Runic и еще какой-то, не помню какой. Вау, тут красиво. Слышь, ты. Мне еще один такой же лук выпал. У меня их уже три. О, меч. О, зашибись, у меня теперь тоже есть меч. Зачарованный? Да. Скину-ка я тебя вниз. А, нет. Не, извини, сейчас не получилось. Выпал что-то с него. Да. Я что-то ничего не видел. О, железные ботиночки. Вот, точно. О, нагрудник, правда, он... Не зачарованный, но все равно. Так. Блин, тут так все прикольно. Ух ты! Паучки! Ты говоришь, осторожно! Паучки, сейчас вас Нифига, они с одного удара убиваются. Меня даже отравить не успели.
Да, а меня ударили что-то они, но нет. А, так это же легкий уровень сложности, они тут не отравляют. Ты где? Я рядом. Ну-ка я, пожалуй, тебя в воду столкнул. Ой, что-то ты меня залагал. Родной. Так, о, железные, тебе надо железные? Да. На, только они не сжированные и мертвые. Ой, да ладно. Все. Так. Ой, я случайно. Блин, сломал. Тут реально так все офигенно сделано. Погодь. Так. Зомби. С черепом скелета. Я его издалека луком. А, ты его уже убил. И стрела прям про. Ой, скелет, прям настоящий скелет, ничего себе. Неожиданно в Майнкрафте скелет увидеть. Я просто привык, что тут все время зомбаки с бошками скелета, тут прям даже настоящий. У тебя какой уровень, кстати? 15-й. Я 9-й. Ну ты-то вблизи мочишь, а я издалека. Да, ты издалека всех. Я более храбрый. Скелет! Что с него выпало, по-моему? Ничего вроде не выпало. Нет. Тут какой-то домик, это походу мелко. Там наверху скелет у тебя падает, вон. Я знаю, тут просто я хотел подобрать серый, у меня шлем зачарованный. Лук такой же, это... пофиг. Еще один шлем, сейчас я тебе дам его. Вот, на. Чуть не дал. Шлем? Шлем, да, зачарованный. Зачарованный причем. О, тут еще один шлем. Зачет. Что-то их тут больно много этих вещей из них выпадает. Легкий уровень сложности, может. Гренер-майор говорит. Мэр, короче, говорит. Герой, идите сюда, я в мэрии, типа, ну, или в ратуше, как. Чего она отскочила? Я тоже удивлюсь. Я думал, она в тебя как-то попала там. Железный меч. Еще один. Обычный. А да сюда пройдем. Это мерия, что ли? Не-не-не, я что-то вот. О! Секретики, жареная рыба. Ну-ка. О, еще. О, тут даже наковальня есть. Можно зачарованные предметы чинить. Вообще круто. Правда, все луки у нас одинаковые, так что смысла нет. Так у меня. Нет, у меня один сломанный зачарованный предмет. А, ну да, хотя, можно починить. А как его чинить? Суешь их два, только мне не хватает уровней. Два зачарованных суешь, получается один нормальный, что ли? Ну, вроде тут почему-то так не получается, нет, тут не получается. Не, так. Не надо. Ну, по крайней мере, мне в любом случае мне не хватает уровней для этого. Так, тут больше. У тебя есть какой-нибудь сломанный? А, там уровень надо, ладно. Да, уровень нифига надо. Так, у меня есть жареная рыбка, сейчас выгодишь жареная рыбка. Так, там так. У нас что, тут здание какое-то. А, они рассчитывали, что мы сразу в мэрию пойдем, да? Конечно, еще чего. Фиг не вам. Допустим, такую ошибку второй раз. Ой, зомби, откуда он взялся? Я его мочканул так. Блин, а. Блин, все. Не заберем. Бее. Жаль. Так. Снова сюда. Так, вон туда надо. Вот там еще монстры. Мне кажется, или я, судя по тому видео, по трейлеру, вот именно вот тут мы будем сражаться с иссушителем. Может, я ошибаюсь? Я как в какое-то здание зашел. Не я знаю. Тоже в здание какое-то зашел. Тут очень темно. А тут сундуки. Еще один такой же лук, но зато целый. Я, пожалуй, все остальные скину. Зелье опыта, морковка. Зелье регенерации, паучий глаз, гнилая плоть, пока ничего, неохота как-то. Так, тут кроватка. В кровати использовать запрещено. Не забывай. Я не использовал ее. Тут нам тоже кроватка. Тыква не надо нам случайно. А зачем? Чтобы на голову что ли девать? Теперь я полностью в Guardian сете. Все зачарованные железные. То есть самый первый хреновый сет. Но все равно. Ой, я на балкончике. Вот тут прикольные такие горы издалека. Круто. Стоп, я настрой кое-что сделаю. Ой, тут зомби зачарованный, блин, я что-то к нему зря полез драться. У него алмазная броня. И зомбеныш. Нет. Картошка с него выпала, круто. Чё бич? А,
так и есть. Понятно. Так, ну-ка тут что еще? А, зомбёныш! Зомбёныш, блин, я вот, к счастью, пока еще не встречал. К счастью. Да. Вот, о, ты я, говоришь, я... что тут произошло? Мэр говорит, древний демон нашел путь попасть в наш мир, путешествуя через кошмары. Люсия говорит, некоторые наши люди проснулись, как и монстры. У нас закончилась надежда. Ты говоришь, не волнуйтесь, мы об этом позаботимся. Люсия говорит, я слышала, что люди говорят, что шахты заражены демонами. Возможно, вы должны начать свое обследование там. Я как говорю, конечно, мы еще вернемся. Лайки, говорит, лайки. Обязательно обещайте дома. Вы можете найти всякое оборудование и, возможно... Дима! Чё, некоторые из наших людей. Я теперь весь в золотом буду ходить. Да? Так да. Золотая, она быстро же сломается. А, да, я нашел просто королевский наборчик. Золотой меч. Стоп, королевский наборчик. Он как называется? Да нет, он просто обычный такой. А, он даже не зачарованный, что ли? Нет, обычный. Так нафига тогда он тебе нужен? Да ладно, я возьму, мне нравится. Я так второй этаж поднялся тут так. Ты в мэрии вообще нашел, кстати? Нет, я по домам бегаю. О, алмазный меч из Руниксета. Правда, он почти совсем сломанный, но... Острота 7, бить членистоногих 1, небесная кара 1, неразрушимость 10. 11, 18 урона. Хе-хе-хе. Пожалуй, я его пока не буду тратить, потрачу на боссе. Так, пузырек. Так, я подхожу к какому-то замку, это, скорее всего, и есть мэрия. Да не, мэрия, она не как замок. Да, нифига тут сундуков, и жалко, что все пустые. Так, надо нам следующее здание, третье. Короче, типа, люди из города предложили вам следовать шахты, найдите шахты и убить магму. Может, еще по домам походим? Можно походить, правда, я понять не имею, где ты? Я сам понятия не имею, где я. О, еще один чизплейт. Тебе нужен зачарованный нагрудник? Нужен. Угу. Значит, мне надо тебя найти. Так, вот я в шахту. Maybe you. Что-то ты такое. Ты уже нашел шахту? Случайно. Так, значит, я пойду искать тебя. Блин, ты бы знал, сколько у меня зелий. Да, я нашел столько луков зачарованных, ты бы знал. Ой, я нашел сундук края. Да он же в мэрии. А я там еще не был. Так это и есть мэрия, наверное. Да. Наверное. Нига. Так, на втором этаже тут чё? Да, это мэри, наверное. Да, скорее всего. Тут и третий этаж есть. О, так. Тут нифига, как они так сделали. На стенах висят плакаты. Такие объявления. Ты б знал, сколько у меня зелий здоровий. У меня ноль. Так, на втором этаже... Потому что я ничего не подбираю. О, зомбак. Так, где шахта, говоришь? Опять зачарованный меч. Железный, да? Да. Так, надо найти шахты. Блин, у меня столько всего. Так, я, пожалуй, пузырьки опыта использую. Так, это шахты, что ли? Или что это вообще? А, у меня зелье регенерации. О, еще какой-то... Вот я точно нашел что-то похожее на шахты. Я тоже нашел там железненькая дверь, табличка была у меня. Да? А что на табличке написано? Ой, что-то я не помню. Ну, там, блин, короче... А ты где? Ты не знаешь? Нет, не знаю. Блин, а... Около мэрии. Около мэрии? А вон ты где. Куда побежал? Стой, назад. А, вон. Ну, сейчас и где ты их нашел, эти шахты? Бля, я помню, что... Сейчас, погодь. О, тут еще один сундук края. Так, я сейчас в этот сундук галимость. А, так это мэрия, а я вообще в другом месте был. Ты
Ты где был-то? Я так, в другом здании был, там тоже сундук края, там три этажа было. Так, у меня 5 зачарованных мечей, 6 зачарованных мечей. А, точнее, не мечей, а луков. Вот тут так, знаешь, где я их нашел? По-моему, вот где-то налево я шел. Сейчас я выйду из дома. Блин, что я так? Я там все обыскал, по-моему. Так не получится. Сейчас я выхожу. Вот, я вышел. Так, где? Я не помню, блин, но я помню, что где-то там. Ну, блин. Так, вот ты можешь сюда. Я там, вот здесь. Во-во-во-во-во. Вот. Тут-то? И налево. Тут и тут и вниз. Налево. И спускаться там, короче. Так. Может, это не шахт, конечно, не знаю. Но тут я нашел зачарованный меч. И что это отравленный картофель, блин. Так, и где тут... Так, возможно, вам стоит прийти сюда попозже. Вот что тут написано. А шахты я видел, они в другом месте. Так, где тут выход? Так, случайно не надо 5 зачарованных мечей? Все они из одного набора. Вряд ли. Вот сюда иди. Нига. Вот видишь, тут еще один сундук края. Нига. И вот сюда вот. Где, куда? Тут дофига монстров, я слышу, я их там уже видел чуть-чуть. Я, наверное, с луком похожу. Как хочешь. Хотя нет, лучше с этим. Нифига, тут что-то странно, как все выглядит. Их тут так много, кстати. Тут столько сундуков края, нифига. Золотые блоки и алмазные блоки. Это похоже на банк. Вот кнопка есть. Ага. Ну и чё? Блин, на туре чё? Ну, блин, не может же она просто так. Это здесь не шахт, я так понимаю. Это банк. Да. Фак. По сути, это... это типа такой искусственная, ну, декоративная кнопочка. Ага. Типа в банке же есть место, где все денежки хранятся. Да. Где шахты, вот? Самый главный вопрос. Может, сюда вот надо спуститься в канализацию? Ты где? Вот канализация плывёшь. Да, тут какой-то зомби. Тут их два, три, они вверх куда-то все вставились. Не знаю, что им там надо. Все, он сдох. Так, похоже тут... тут лестница вверх есть, ладно, я жду. Я сейчас вспоминаю то, как мы убивали сушителя. Да, нам еще раз придется его убивать, но только уже в других условиях. Мне кажется, все-таки вот в этот замок нам надо идти, потому что вроде все остальное мы уже осмотрели. Ну, говорю, а там написано было, типа, обязательно идти в шахту или пожелать? Да, обычно. Обязательно, обязательно. Слева-справа его обыщем, замок, а то в том замке... Да, там на стенах всякое было. Ну, мне кажется, тут вряд ли что-то есть. Ну, я все-таки посмотрю. Я направо тогда схожу. Ладно. Так, тут на стене вроде ничего. Может, и что-то есть. Блин, я пока еще не наверх самый забрался. Я вообще со всех сторон обыщу. Я тут на самый верх вообще почти залез, пока ничего не вижу. Я только что нашел светящийся камень. А я дошел до снежной горы. Интересно. Да. Я пока вверх стрелу стрельну, вдруг она на меня упадет когда-нибудь. Мне кажется, что все-таки надо идти вверх уже. По лестнике, да? Да, ну тут я что-то так, ничего не видно. Ну я тоже ничего-то не вижу. Особо такого ничего. Ой, я заблудился. Как отсюда выйти, блин? Ты слышишь мои стрелы? Слышу. Блин. вот все. Ой, я на по кнопкам стреляю. Че, пошли наверх? Наверх. Так, тут больше никуда нет. Нет. Так вот этих надо нажать, наверное. Мне кажется, это декоративное. Нет, это вообще никуда не ведет. Да блин, такой вроде замок. А входа туда нет. Мне кажется, сюда надо прийти попозже. Ну, тут такого не надо. Сначала шахты, мне кажется, надо. Да, но их надо еще вначале найти.
Блин, так не впервые, что у меня так все прям так далеко все прогружается, так. Вообще классно. Ну, я и так нормально. Обожаю этот Optifine. О, вот тут мы не были, тут и зомбак. Как раз зомбак. Блин, заколебал я маленький. Вот чуть-чуть прыгну. И у меня уже. Блин. О, еще один шлем. Ну-ка. Не, мне и мой на норм. Я зелье силы, пожалуй, не, отсюда возьму. Не, возьму. Дай лучше мне. А у тебя какой шлем? Говнистый какой-то. Сейчас погоди, тебя зомби убью. Посмотрю. Да, даже зомби какой-то говнистый. У меня The Helm of Command. Что-то у меня тоже. Три армор. У меня тоже он. Ну только он у тебя целый или как? Сломанный. А у меня целый. А вон ты, я тебя вижу. А вон шахта, что-то такое. Похоже, да? Что-то. А, вон, да-да-да, я вижу их. Ой, тут зомби? Я нашел шахты, я в натуре их нашел. Это по-любому это вход в шахту, 100%. Я только не могу носить вход в тот дом, в котором ты. Нет. Блин. А, вот он. Прям на самом видном месте. Блин, ты внизу. Где-нибудь еще. Ну это не шахты же. Ну да, это просто. Тут во, короче, на. Ты что сделал? Ну, зелье опыта разбил. А. У меня, знаешь, сколько зелий регенерации. Ох ты, тут еда. Тебе случайно лечебное зелье не надо? Или зелье регенерации там? То мне их хочется. Зелье силы, ну да, немного. Сейчас тебе дам, ты на. Сейчас я посчитаю, сколько у них. Так, лечебная, регенерации, лечебная. Так это я. Регенерации, лечебная. Да, я вообще всю фигню сюда скину, которая мне вообще никак не понадобится. Я в сундук рая скину всю херню. А. О, там. Нифига тебе не нужен. Нагрудник? Так он у меня такой же, но целый. Блин, да я у себя взял вот этот. Так, погоди, сейчас туда скину луки, которые мне нахер никогда не пригодятся. Ну что, пошли в шахту? Погодь. Потому что я прекрасно знаю, где она. Ох ты, прикольно тут. Погодь. В этом ресурном паке луна. Нига. Так, где ты? А вон ты где, я тебя вижу. И это вход в шахту, да, типа? Да, ну, понятно же, да. Типа для вагонеток.